визит. Мы приветствуем вас в Республике Татарстан. Отношения между нашими странами динамично развиваются, и Германия является ведущим торговым партнером как нашей страны, так и Республики Татарстан. Вот 2011 год, статистика говорит, 2,4 миллиарда евро. Этот показатель растет с каждым годом, это между Республикой и Германией. Но есть той статистики, которая у меня есть, объем инвестиций из вашей страны в 2011 году составил почти 84 миллиона долларов США. Ну, нам очень интересно сотрудничать с германскими компаниями. Для нас большой интерес. Ну и ряд направлений, здравоохранение, ряд других компаний, работа с финансовыми банковскими структурами, животные белки, поваление АПК, то направление, которое... Инженеры, это инновации, это автопром, это его технологии, как работать с клиентом. Но Германия – центр Европы, поэтому здесь все так складывается так, что для нас очень интересно. 2012-2013 год – это год России и год Германии в России. То есть Россия в Германии, Германия в России. Этим надо воспользоваться.